сгруппировались, ребятки. Ребятки сгруппировались. Сгруппировались. Иди сюда, Паша, сюда иди. Лондон! Париж! Португалия! Друзья, мы дошли до Лувра. Лувр был, ну, вот, вот это все Лувр. Все. И гораздо больше. Лувр был построен в 12 веке как крепость, и в 14 веке король Карл V пожелал построить здесь свою резиденцию. А в 1793 году Лувр открылся как музей для публичного посещения. Если у каждого экспоната в Лувре задерживаться по 20 секунд, то чтобы обойти все экспонаты, понадобится 24 дня. Но мы не собираемся сейчас здесь находиться 24 дня. Просто быстренько пробежимся, посмотрим Джоконду, Венеру Милосскую, ну, может быть, что-нибудь еще нас интересует. Просто как бы быть в Париже и не побывать в Лувре, я считаю, как не совсем правильно. Так что поехали. Самое главное, достопримечательность уже отмечена здесь. Вот так вот он выглядит. Это реально все пойти, посмотрим. Справа вы можете наблюдать шедевр. Слева вы можете наблюдать шедевр. Справа еще шедевр. Шедевр. Это шедевр, это тоже шедевр. Очень много шедевров. Каждый день с 9 утра до 6 вечера, а по средам и пятницам с 9 до 10 вечера. Что очень удобно. Вход стоит 12 евро. Thank you.
И она пролежала в холодильнике. Если вы были в армии, пару недель. Если вы были в армии и кушали бейкус, то вы понимаете, о чем я. А по вкусу вроде бы ничего. Скажите, доброе утро. Скажите, доброе утро. Бонжур. Мы с утра пораньше, ну как пораньше, уже не раньше, владельца. Канализация. Что когда? В общем, даже не завтраком, что побежали искать парижские катакомбы. Мы знаем, где они находятся, мы идем в них. Просто они могут закрыться через полчаса, мы в них уже туда не попадем. Но надо успеть. Да. Хотя бы попробовать. Вот. Говорят, очень интересное место. 6 миллионов костей. Да, остатки 6 миллионов человек. В общем, катакомбы, собственно, откуда появились? То есть добывали оттуда известняк и разные породы для строительства соборов, зданий. Ну и со временем образовалась система пещер. Вот. Доподлинно неизвестно, когда все это образовалось. Но известно, что в 17 веке над туннелями город разрастался и нависла угроза обрушения города.
тогда как бы все это дело укрепили, и стало все хорошо. А по разным данным, система туннелей протяженностью от 190 до 300 километров. Для туристов открыто 2,5 километра путей. Посещение возможно только в составе группы, ну, экскурсии. Вход стоит в районе 10 евро. Вот. А в 18 веке, если не ошибаюсь, туда складировали останки 6 миллионов человек, которые на протяжении 700 с лишним метров, вроде бы, разложены, можно сказать, так, в творческом беспорядке. Даже порядке. Вот. Они все, кости все продезинфицированы. Я думаю, будет страшно интересно. Вход в катакомбы находится на станции Дефер-Рошро. Ориентиром служит статуя льва, созданная создателем статуи свободы Федерико Бартольди, кстати говоря. Начало вот здесь, да, как бы, сзади. Вот, вот эта вот площадь, в принципе, нереальная. Там, ну, не знаю, сколько площадь получается. Наверное, метров, наверное, 400. Чего? Нет, вот это здание само небольшое. Ну, опять, бери, да, получается, метров 400. Бонжур. Бонжур. Не тема, да? Трехчасовую очередь и наконец-таки попали в катакомбы. Причем, кстати, ровно 4 часа постояли. Там музыку послушали, вина выпили, позавтракали. Прям там. В процессе. Погуляли там. Oh.
Ребята, как? Понравилось вам наше подземное путешествие? Нет. Великолепно. А не понравилось. Ну, кому нравится? Ты же на лодку идешь? Нет у меня. Машина тихо, дорогой. Ну и как бы никакой организованной экскурсии там нет. Платите деньги, 10 евро, если вам меньше 26-8 евро, и идете как бы и все. Ну, прикольно. Самый дешевый кофе в Париже? Макдональдс. Он ел. Один евро. Лайфхак от нашей компании, как сэкономить на проезде в парижском метро. Берем один билетик на четверых на одну поездку. Стоит 1,70. Ha ha ha!